Несмотря на то, какая на улице погода и стоит ли дома елка, некоторым самарцам для того, чтобы почувствовать праздничное настроение, достаточно заглянуть в подъезд. Заглянем и мы. Восемь лет назад в 56-м доме по улице Старозагора появился замечательный сосед. И с тех пор скучный подъезд изменился до неузнаваемости. Как случайно приехал сюда жить, поставил сюда цветочек, а потом стали другие цветочки ставить, потом заборчик купила, и так пошло. А потом стали елочку купили, потом стали фотообои покупать. Ну, как соревнование у нас даже. Красиво все подъезды наряжены у нас. Да, игрушки храним, весь год плакаты, всякие там украшения. Все готовятся. И дети, молодежь помогают. Украшают подъезды и этажи не только на новогодние праздники. Новые инсталляции появляются к каждому времени года – весна, лето, осень, зима. Но у детей любимые именно декабрьские дни, когда появляется елка. Ребята рассматривают старинные игрушки, поправляют ленты и даже заучивают стихи. Золотым дождем сверкает наш уютный светлый зал. Елка в круг нас приглашает, час для праздника настал. И детей подбодрит, и за елочкой присмотрит. Александра Никитишна – замечательный сосед и идейный вдохновитель целого дома. Вот хочу, ребят, чтобы везде такие подъезды были. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События.